Вот, сейчас вроде бы опять хороший выход можно организовать, попытаться на Дума. Но идеально сейчас был бы просто переключиться на лучшую ФНГ. В итоге все-таки влетает Кума здесь под вышку, когда сеть перетягивается, спасает Афони, прячет Дума. В это же время Кума улетает, у него мана заканчивается, Сталин будет здесь погибать. Даже без ультимативной он выжигает в последний момент Кума здесь. Вот, да, еще и Лилу тоже будут забирать минус 3, делать гамбит. Лестью не сможет пропушить. А здесь тем временем Нонграту поймали, повесили на него Дум. ФНГ выдал в него прокат вместе с МРШ, но должны забирать. Здесь точно не отпустит, Дум добьет, если что. Нонграту вышку забрали. Но при этом подцепили здесь Сталинса. У Сталинса, то есть, ульту не выбили. Нет ульты у Афони же, так что получится здесь Сталинса убить без его ультимативной. Но выбить из врайслинга ультимативную в любом случае хорошо. Но, во-первых, кстати, здесь восстановить ультимейт, но маловато. Куман полетел, он должен убивать здесь Афони же. Драка в итоге немного разделилась, но эфир будет погибать. Куман лил. Здесь никак не может спалить Дума, потому что он находится в центрике. Не знают об этом игроки здесь инстрайк. И в итоге Дум кастуется как раз-таки Куман. Куман вылетает также иммершн. Здесь очень быстро будет погибать. Салыч повесили на вещь доктора за счет как раз-таки этого. Иммершн может здесь спасти положение дел. Забирает в Райскинга. У него не хватило маны здесь на ультимейт. Выжиг все Афони. Афони заберет здесь еще и на Уфира. Погиб уже Шторм. Дальше погоня могла бы здесь продолжиться. Но Нонграту будут продолжать гнать. Так, вот сейчас должны заметить Дума. Если только очень быстро его зафокусить, но он ушел в Латару, где он должен быть, поставили центряк, но уже с БКБ уолт окулчи, большие проблемы начинают у Винстрайк, потому что оставался там Эмерж, но очень больно, должны здесь все погибать игроки без Винстрайк, вряд ли здесь гамбит даже осталось потерять, Эмершн все еще живет, нет, в последний момент его добивает все-таки с колючек, но Винстрайк понимает, что с таким пиком что-то вообще здесь дела не идут, пишет ГГ 22-3 за 23 минуты.